Я знаю правила безопасности, что нужно переходить дорогу правильно. Потому что если ты ее правильно не перейдешь, то тебя может сбить машина, ты можешь получить травму. Еще нужно соблюдать правила безопасности в таких местах, как кинотеатр. Потому что тебя могут где-то толкнуть, ты можешь удариться. В школе нельзя бегать по коридорам. К счастью, юные жители областного центра Брещины о том, как правильно вести себя в той или иной ситуации, знают немало. Однако немало не значит все. Да и повторение, как известно, никогда не бывает лишним. Сегодня о правилах поведения ребятам напомнили представители правоохранительных органов. Мероприятие в рамках акции «Безопасные каникулы» состоялось в кинотеатре «Беларусь». В рамках ежегодно проводимой акции «Безопасные каникулы» мы сегодня проводим данное мероприятие, целью которого, которое является формирование культуры поведения детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности, а также культура организации досуга. Не секрет, что информация, которую ребенок получил в игровой форме, запомнится лучше. Именно поэтому, кроме просмотра фильмов и показательных выступлений, правоохранители подготовили для участников мероприятия большую произвольную программу. Произвольную в том смысле, что мальчики и девочки на какое-то время могли сами почувствовать себя немного стражами правопорядка. Надеть форму, посидеть в машине, понаблюдать за служебной собакой. В акции мне понравилась машина и экипировка. Здорово, что дают попробовать быть милиционерами, дают померить шлемы, жилеты. Мероприятие в кинотеатре «Беларусь» не разовые. Сотрудники милиции, в частности Ленинского отдела департамента охраны, будут держать руку на пульсе каникулярной жизни на протяжении всего лета. Однако специалисты напоминают, внимание детям должны уделять и родители. Совместные усилия в деле обеспечения безопасного детства принесут лучший результат. Хотелось еще раз обратиться к родителям, что особенно в летний период не надо оставлять своих детей без присмотра, чтобы они были постоянно на связи, чтобы вы знали, где находится ваш ребенок. Анастасия Страбко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.